Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Пятый раз пловцы самарских вузов собрались разыграть Кубок Совета ректоров. В календаре ученых-спортсменов это соревнование давно стало престижным, но совсем скоро турнир обещает стать межрегиональным. В ближайшем будущем, я думаю, что мы выйдем не только на уровень города нашего Самары, но и Приволжского федерального округа. Во всяком случае, разговоры о том, что привлечь сюда представителей вузов, обсуждалось вот летом на форуме Иволга. Я думаю, что мы в ближайшие год-два привлечем сюда студентов еще из других городов. Лучших студентов-пловцов определяли в 5 дисциплинах у мужчин и женщин. 50 метров кролем, баттерфляем, брасом и на спине. А также 2 эстафеты вольным стилем. Среди студентов есть и спортсмены очень высокого уровня. И тех людей, которые будут стараться достичь их уровня. Поэтому, как любой старт с определением победителя, это будет эмоции побед и поражений. Дистанция короткая, работать на пределе надо все 50 метров. Разрыв между призерами – какие-то доли секунды. В условиях такой плотности результатов решающим фактором может стать даже место тренировок. После болезни как восстановился, начал ходить, тренировался где-то 2 недели. Как раз в этом бассейне, то что это получился родной бассейн, своя вода. В самых зрелищных дисциплинах эстафетах 4 по 50 вольным стилем золото добыли мужская команда Самарского университета и женская сборная педагогического университета, студенты которого и забрали главный кубок, набрав больше всех очков в командном зачете. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!